По прическе есть вопросы, Бузова показала, как выглядела в детстве автор 3.09.2020. На этой неделе многие дети отправились в школу, и в честь такого знаменательного события многие звезды принялись также вспоминать былые годы ученичества. Не осталась в стороне эпатажная артистка Ольга Бузова. Апостроф закрывающая круглая скобка точка с запятой закрывающая фигурная скобка. По признанию знаменитости, уже в те годы она старалась активно следовать модным тенденциям. Телеведущая решила в очередной раз показать своим поклонникам, как она выглядела в детстве. На свежем фото будущая звезда «Дома-2» позирует за школьной партой. На снимке можно разглядеть не только наряд малышки, но и ее довольно интересную прическу. Перед объективом Бузова предстала в розовом платье с аккуратным круглым воротником. Впрочем, особого внимания заслуживает ее прическа с разноцветными резинками. К слову, пользователи сети обратили особенное внимание именно на этот элемент. Сама ведущая тоже решила акцентировать именно на этой детали. «По прическе есть вопросы. Уже тогда задавала тренды», — резюмировала она. Подавляющая часть поклонников знаменитости остались в восторге от увиденного кадра, и они тут же принялись осыпать звезду сети и сцены многочисленными комплиментами. Не остался в стороне и возлюбленный Ольги, Дэвид Манукян. Он оставил довольно красноречивый комментарий под снимком избранницы. «Моя любовь», — лаконично подписал он фото. Отметим, что Ольга училась в Санкт-Петербурге, где закончила 631 школу. По воспоминаниям одноклассников Бузовой, уже в те годы она старалась находиться в центре внимания. Именно тогда она увлеклась творчеством Бритни Спирс, и впоследствии нередко подражала ее стилю, в чем сама прямо признавалась.